Хотите узнать, как мы создавали, ну, самую премиальную рекламу на Урале? Для этого мы арендовали дорогую машину, дрессированного волка, пара кадров с коптера, наняли актера за 700 рублей в час, естественно, плюс такси. Вставили кадр с фотобанка, свалили дерево, удивили чем-то сову, рубили дрова, поджигали зажигалку в темноте, просили огонь картинно гореть, раздевались, погружались и, наконец, кайфовали. Кстати, мы реально заморочились и чан в лес притащили. Тут по сюжету мужик погружается под воду, а дальше, внимание, внимание, голливудская развязка! Он выныривает у себя на участке. Ох уж эти креативщики, но мне понравилось. Челябинские банные чаны. Чик-чик-чаны. Понравился видеоролик? Закажите расчет вашего проекта на сайте ruvision.ru. Чик-чика.